Так, меня зовут Горбачев Владимир. В свое время я задавал те вопросы, которые задают многие люди. Эти вопросы звучат следующим образом. Сколько я могу зарабатывать на сегодняшнем рабочем месте, даже в перспективе? Могу ли я зарабатывать 24 часа в сутки? Продолжит ли расти мой доход после выхода на пенсию? И какая она будет пенсия? Эти вопросы задают все люди, независимо от того, работают ли они по найму, занимаются традиционным бизнесом или занимаются сетевым бизнесом. Давайте рассмотрим, сколько человек в среднем же работает до пенсии и какие результаты. Если человек работает 40 лет, либо 45, то он за время работы отработает от 40 до 90 тысяч часов. И какие итоги? Итоги следующие. 36% людей не доживают до пенсии, 54% живут на социальные пособия, 5% продолжают все еще работать, если есть возможность и здоровье, и 4% обеспеченных, и только 1% людей богат. То есть фактически это игра в казино. 40 лет работы и на выходе все равно, что поиграть в казино. Но тем не менее, работа по найму имеет тоже некоторые преимущества. Первое преимущество – фиксированная заработная плата, и вторая – почасовая сдельная оплата труда. А дальше идут минусы. То есть зависимость от начальства, далеко не каждому это нравится, риск потерять работу сохраняется у всех. Ограниченная заработная плата, я думаю, все это испытали. Потолок карьерного роста, отпуск по расписанию, невозможность реализовать себя в полной мере и бедственное положение на пенсии. Если посмотреть, какие происходят изменения в сфере занятости, мы видим, что нарастает дефицит рабочих мест, технический прогресс сокращает вакансии, приходится больше работать за меньшие деньги, содержание семьи дорожает и нет гарантии на обеспеченность работы. И поэтому люди во всем мире ищут альтернативу. Например, открыть собственный бизнес. В 91 году я тоже искал альтернативу и открыл свой бизнес. Мой бизнес был достаточно успешный, но давайте посмотрим, какая статистика у тех людей, кто занимается частным бизнесом. В малом бизнесе вообще только 5% преуспевает. Почему? Потому что нет методики. Но эту методику можно приобрести, купив франчайзинг. В этом случае процент преуспевающих вырастет до 75%. Почему 75% будет преуспевающих? Потому что платятся деньги за то, чтобы получить методику и систему дублицирования. Но какая цена? Минимум это несколько десятков тысяч, а то и несколько сотен тысяч, а иногда сумма достигает миллиона долларов и более. Итак, давайте посмотрим, какие есть плюсы при традиционном бизнесе. Первый плюс – это работа на себя. Второй плюс – неограниченные возможности карьерного роста. Ну а далее пятый идут минусы. Значительные инвестиции в начале бизнеса, независимо от того, будете вы заниматься не покупая франчайзинга или покупая франчайзинг. Далее – взаимодействие с бюрократией в любом случае – от этого никуда не деться. Невозможность ведения прозрачного бизнеса и прибыль, если она появляется, то она, как правило, уходит на развитие бизнеса. Сохраняется риск банкротства, отсутствие гарантии в пенсионном возрасте и тоже очень интересный момент, что невозможно оставить бизнес даже на время отпуска, потому что можно приехать с отпуска, а бизнеса нет. Что же делать? В свое время я познакомился с такой компанией Nature Sunshine, которая была основана более 37 лет назад. Семейная пара Джин и Кристин Хьюз. В настоящее время компания NSP является крупнейшим производителем инкапсулированных трав, витаминов, минералов и комплексов в мире. Давайте посмотрим, какая история, ключевые элементы в истории NSP. Лично мне из всей этой системы больше всего нравится следующий пункт. Это появление компании на фондовой бирже в 1976 году.
То есть с этого момента любой человек мог посмотреть финансовое состояние компании. И любой человек сейчас, зайдя на сайт биржи NASDAQ, может проверить полностью, что собой представляет финансовое положение компании NSP. Самое интересное, что компания NSP имеет следующую философию – работать только за свои деньги, то есть не кредитоваться. Поэтому любой человек, зайдя в финансовые отчеты, посмотрев, он увидит, что компания никогда не пользовалась долгосрочными кредитами. То есть компания всегда работала только за свои деньги. Это говорит об устойчивом финансовом положении. Для бизнеса это, на мой взгляд, один из самых важных критериев. И второй момент, на который я хотел бы сделать тоже такой акцент. По итогам 2002 года, когда журнал Nutrition Outlook проводил определение, какая компания является лучшей по качеству, компания NSP заняла первое место. То есть это показывает то, что компания производит действительно очень качественную продукцию. Теперь давайте рассмотрим, какие есть три главные тенденции на рынке. Первая – это борьба со старостью, вторая – здоровье и внешний вид, и третья – экономическая свобода. Если мы посмотрим, как развивается индустрия wellness, посмотрим, как она развивалась в предыдущие годы, мы видим очень бурный рост. К этой индустрии относится компания NSP, которая производит биологически активные добавки, косметику для красоты и здоровья. Если посмотреть, какие будут далее по прогнозу рост в этой индустрии, мы видим, что есть как бы такое предположение, что в ближайшее десятилетие товарооборот в этой индустрии вырастет до нескольких триллионов долларов. Почему же так бурно развивается эта индустрия? В ближайшие десятилетия люди будут готовы заплатить любые деньги за товары и услуги, которые улучшают качество их жизни, которые сохраняют здоровье, продлевают жизнь и приносят хорошее настроение. Итак, что такое NSP? Это продукты самого высочайшего качества. Почему? Потому что компания производит их только из лучших ингредиентов, которые производятся либо произрастают без химикатов, пестицидов и удобрений. Компания NSP осуществляет в настоящее время более 600 отдельных тестов для определения качества, силы, чистоты материалов и продуктов. И это подтверждается различными независимыми источниками. Компания NSP производит не просто чистые, безопасные, но и наиболее эффективные продукты, которые дают результат. И это уже знают миллионы людей во многих странах мира, где работает компания NSP. Приблизительно 40% растений, которые используют компания, произрастают в Соединенных Штатах Америки. Остальные растения произрастают в различных странах мира, откуда поступают на производство после тщательнейшего контроля. Почему же в свое время я выбрал компанию NSP, когда на рынке существовало громадное множество компаний и существует? Первое. Компания NSP имеет престижную историю, в то время, когда другие компании имеют небольшую историю или вообще отсутствует история. Второй момент. Компания сама производит продукцию, в то время, когда другие компании в большинстве случаев продают продукцию других производителей. Третий пункт. Компания NSP проводит более 600 тестов на сегодняшний день по определению качества продукции, в то время, когда другие компании, как правило, не имеют системы контроля за качеством продукции. Четвертый пункт. Компания NSP уже имеет более 37 лет опыта в изготовлении продукции. В других компаниях, как правило, опыт работы ограничен всего несколькими годами. Пятый пункт. Компания NSP имеет устойчивое финансовое положение, в то время, когда другие компании, как правило, имеют неизвестное положение финансовое. Шестой пункт. Компания позволяет строить стабильные партнерские дистрибьюторские сети, в то время, когда в других компаниях очень часто происходит, что однажды построенную сеть приходится строить заново.
Приведу такой пример, что только за один год обанкротилось порядка 600 компаний, в которых было порядка 18 миллионов дистрибьюторов. Это только за один год. В компании NSP, я еще раз подчеркиваю, что сети, которые строятся, они стабильные. Благодаря тому, что финансовое положение компании устойчивое. Компания работает только за счет своих денег. Далее, седьмой пункт. В компании NSP существует великолепная команда докторов, фармакологов, специалистов по травам. В других компаниях, как правило, исследование производится на стороне. Восьмой пункт. Компания NSP имеет компенсационный план, который уже доказал свою эффективность, который является прибыльным и мотивирующим. В других компаниях, как правило, существуют бездоказательные маркетинг-планы. Компания NSP имеет свою философию, которую можно выразить тремя словами – качество, сервис, честность. В других компаниях, как правило, отсутствует видение перспектив. Итак, любой партнер, который заключает соглашение, получает с первого же момента полностью инструмент, систему, которая позволяет легко строить бизнес, который легко дублицируется. То есть уже существует отработанная система построения бизнеса. Это краткая схема, как ведется бизнес для тех людей, которые только заключили соглашение. Независимо от того, где они проживают, в какой стране. В компании NSP не нужно иметь специального опыта для того, чтобы добиться успеха. Каждый партнер сам определяет уровень дохода, на который он хочет выйти. Отсутствуют финансовые риски. У каждого есть свобода выбора. Сколько времени партнер будет заниматься этим бизнесом? Сколько времени готов уделять в день? 2 часа, 4 или 6? У каждого есть готовая система создания под ключ бизнеса в той стране, где проживает партнер. И у нас в настоящее время есть уже готовая система под ключ создания бизнеса на международном рынке, где работает компания NSP. А этот рынок в настоящее время составляет более 1,5 миллиарда человек. Компания NSP дает здоровье, дает прекрасные финансовые возможности. И каждый партнер действительно может стать хозяином своей жизни. Какие есть формы сотрудничества с компанией? Первая форма – быть просто потребителем продукта. Вторая форма – консультативно-информационная деятельность. Третья, самая интересная – это организация своего бизнеса в рамках компании. А как можно начать работать с компанией? Как можно начать бизнес? Первое. Нужно заполнить форму соглашения со своим спонсором, то есть тем человеком, который вас пригласил в бизнес. Если вы живете за пределами СНГ, то при помощи сайта nspglobal.com. Далее. Вы выбираете продукцию для себя. Это может продукция быть для хорошего здоровья, это может быть продукция для снижения веса, это может быть продукция для дома, для семьи, моющие средства, зубные пасты, косметика и так далее. В настоящее время компания производит более 600 наименований продуктов. И в СНГ, в зависимости от страны, сертифицировано порядка 150 продуктов. И в сентябре, 24 сентября в Киеве будет презентация новой линии. Это декоративная косметика. Итак, что получает партнер, который присоединяется к нашей модели ведения бизнеса? Первое – это методику, которая проверена временем и которая приносит стабильный доход. Главное – следовать этой методике. Главное правило – не изобретать велосипед. Второе – низкие капиталовложения без риска потерять их. Третье – бизнес, который способен принести экономическую свободу, много свободного времени и обеспеченную старость. Можно заключить соглашение на семью, на семейную пару, либо на кого-нибудь из детей. На определенном этапе это дает некоторые преимущества. Например, достигнув определенного ранга, то есть в компании NSP есть своя карьерная лестница, выполнив определенные условия, вы получаете право поехать в Америку бесплатно за счет компании, посмотреть производство и несколько дней путешествовать по Америке. Начать вы можете прямо сейчас. Для этого вы
подойдите, обратитесь к тому человеку, кто вас пригласил в этот бизнес.